У нас на мероприятии «Битва планировок» присутствуют три представителя застройщиков, которые будут презентовать планировки квартир очень достойных объектов нашего города. Ну и настало время представить вам нашего спикера Ивана Безрукова. Иван – дизайнер с 20-летним стажем работы, руководитель студии «Градис» Екатеринбург, которая выполнила более 1000 проектов для частных заказчиков и таких гигантов, как Coca-Cola, Philip Morris, Unilever, Mega, обладатель премии Best of House 2016, 2017, 2018 годы, постоянный участник телевизионных программ, автор своего блога, 70 тысяч подписчиков, основатель и преподаватель школы «Сурового практика», который знает о планировках все. Ну что, слово Ивану. Мне очень приятно приехать, перед вами выступить и поделиться с вами своими мыслями. Особенно мне приятно и неожиданно, что здесь присутствуют застройщики. Со мной это впервые. Да, даже не знаю, чем это закончится. Нина сказала, это битва, поэтому перчаток у меня нет. Буду уворачиваться. Итак, сегодня говорим про планировки. Планировки – это одна из моих любимых тем. Наверное, даже самая любимая. Я и начал заниматься вплотную несколько лет назад. И задался вопросом, почему вот такая планировка не такая, как ее вообще нужно делать, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Соответственно, я копнул так глубоко, что начал разбираться с того, как жили люди с каменных там пещер еще, вот что там происходило. И так до наших дней. Соответственно, я Я копнул в историю, в социологию, в психологию. И прямо интересно, что сегодня получится, потому что вот сегодня застройщики будут показывать свои квартиры. И я бы попросил вас, после того, как мы посмотрим, конечно же, я оставлю свои комментарии, но и вас тоже прокомментировать, пользуясь теми знаниями, которые я сейчас постараюсь в вашу голову вложить. Зачем вообще делать планировки? Чем это вам поможет, дизайнерам? Я считаю, в первую очередь это поможет вам вашу планировку продать. Заказчику имеется в виду. Продать вашу идею. Ведь многие дизайнеры рисуют 5 вариантов или 7, несут на суд клиента, он сидит важный, выбирает и говорит, сделайте мне еще 8-й, пожалуйста. Проблема такая существует. Мы делаем один вариант планировки и один вариант согласовываем. Бывает с корректировками. Поэтому мне кажется, что это одна из главных причин, почему вообще, в принципе, нужно эту тему изучать, чтобы глубже немножечко понимать смысл вообще планировки. Не просто расставить мебель и оборудование, а для чего это нужно. Планировка влияет на нас и психологически, и на здоровье, и даже на состояние семьи влияет. Я не про фэн-шуй. Сегодня мы говорим про планировки комфортные, не эконом-класса. Я не буду отвечать на вопрос, как поселить молодую таджикскую семью из 15 человек в двухкомнатной квартире. Не про это. Мы про комфортные планировки. Здесь, наверное, одна из главных, моих лично, претензий к застройщику, это то, что он называет свой жилой комплекс бизнес-классом, но по факту это планировка эконом. Но она не отвечает требованиям комфорт-класса. У застройщиков же цель одна – продать. И если люди покупают то, что есть на рынке, то зачем делать лучше? Но это очевидно. Мы все минимальными средствами пытаемся добиться максимального результата. Поэтому цели сделать как-то правильно нет. Есть цель это сделать с точки зрения продажи. Это вполне нормально. У дизайнеров цель другая – сделать красиво, необычно. У кого-то еще как-то. Но в целом, чтобы было красиво и необычно. И вот тут мы расходимся. Сегодня я покажу принципы, которые, возможно, наши интересы объединят, потому что, вы знаете, вот наблюдая за застройщиками, такая хорошая тенденция же, правда же, вот раньше как дом строили? Построили, воткнули где-то в поле, сделали дорожку, вот жилой дом, типа покупайте. Ничего же не было, и покупали. Затем стали делать дворы. Это классная тенденция. То есть сейчас уже выбирают жилой комплекс там, где хороший двор. Стали делать подземные парковки. Стали делать красивые мопы. До планировок пока не добрались. Хотя я посмотрел планировки, которые прислали сегодня уважаемые спикеры. Одна мне очень меня порадовала. То есть прям хорошая. Поехали! Поехали!
Я сторонник того, чтобы все время создавать такие понятные и простые схемы, которые бы позволяли нам легко и просто заниматься проектированием. Естественно, творческая составляющая никуда не девается, но есть такие моменты, которые мы можем использовать себе во благо, и чтобы это было полезно, удобно заказчикам, чтобы им это все нравилось. И вы понимаете, есть, я обнаружил, что есть такие вещи, которые не для всех удобны, ну, в планировках. И получается так, что это некие такие кубики, знаете, вот, и из этих, ну, вот такие, вы знаете, тетрис же, знаете все, вот тетрис. Вот он складывается из разных вот этих вот пазлов. И вот если мы возьмем эти правильные пазлы и составим в тот контур, который нам предоставляет застройщик, и если мы это сложим в правильной последовательности и из правильных кубиков, у нас будет идеальная комфортная планировка. Рассказываю про кубики. А мы работаем, как правило, мы работаем с планировками либо в жилом доме, либо в частном доме. Сегодня, ну, в принципе, это касается и жилых домов, и многоквартирных домов, эти правила. Но, конечно же, сегодня упор на квартиры. Первое, что нужно понимать, что мы делаем планировку для конкретной семьи. Семья, что это такое? Ну, это такой маленький социум. Правильно, который существует в рамках одной квартиры. И это всегда баланс между общим пространством и частным пространством. Наблюдая за планировками застройщиков многих, я же не говорю ни про кого конкретно, у кого-то с этим хорошо, у кого-то не очень. Вот этого баланса нет вообще. То есть у них все перемешано, и общественное, и частное. Это ключевой момент, с которого мы начинаем проектирование. Разделить общественное пространство и частное. Частное я имею в виду, чтобы человек мог уединиться. Понимаете, да? Итак, первое, что мы должны делать, мы должны делить общесемейное пространство и личное пространство. Личное пространство, во-первых, для каждой семьи. И сейчас застройщик говорит, что у нас, смотрите, для семьи какая замечательная квартира. Ну, максимум мы доходим до детской и спальни, но это не совсем так. Надо идти еще дальше, потому что каждый человек тоже требует для себя личное пространство. Это очень важно и просто необходимо для здоровой, нормальной семьи. Следующий момент, когда в семье появляются дети, то это прям вообще катастрофа. Дети повсюду. У меня трое просто, и поэтому я знаю, о чем говорю. Когда дети появляются в семье, то в семье все меняется. Если этот процесс не контролировать, ну как, мы его контролируем с помощью зонирования, то дети будут повсюду, от прихожей до последней двери балкона. И они собой заполонят все. О какой комфортной жизни можно, взрослых людей можно говорить, если дети все поглотят? И здесь мы подходим к следующему моменту. Очень важно делить пространство на территории. Есть территория взрослых родителей и есть территория детей. Желательно, чтобы между ними еще и буфер такой был. Кто-то сказал про звукоизоляцию. Это очень важно. Звукоизоляция – это тоже про комфорт. Когда мы имеем тонкую перегородку между детской и спальней, то это не очень, это так себе комфорт, потому что мы слышим все звуки, правда ведь? Все звуки, и дети тоже. Да, соседи тоже. Поэтому очень важно вот это тоже иметь в виду, звукоизоляция. Как я уже сказал, нужно территорию делить. Каждая зона должна быть автономной. Ну, чтобы зашел, и в принципе можно было оттуда больше не выходить. То есть, когда мы говорим про спальню родителей, то это должна быть эта спальня непосредственно, там гардероб переодеться, ванная комната. И все за одной дверью должно быть. Я у кого-то видел в планировке, по-моему, у вас. Вот это прямо меня так порадовало. Было так неожиданно, потому что для наших екатеринбургских застройщиков это что-то невообразимое. И что-то новое и непонятное. Должно быть общесемейное пространство, оно включает в себя кухню, столовую, гостиную. Детская, ну тут в зависимости от возраста ребенка, детская выглядит по-разному. Очень часто, когда приходит семья, они задаются вопросом. Ну, то есть запрос первый такой. У нас трехкомнатная квартира, двое детей.
Поэтому мы себе спальню делать не будем, а сделаем две детских каждому ребенку. Это большая ошибка. Так делать нельзя. Главный в семье родитель, и от их самочувствия, благосостояния, от их здоровья зависит здоровье всей семьи в целом. Поэтому в первую очередь мы всегда думаем о родителях и стараемся им сделать вот так. А потом о детях. Дети себя будут прекрасно чувствовать и в одной комнате. Это действительно так. Детям самое главное, чтобы родители их любили, любили друг друга. От этого комфорт в семье и нормальная атмосфера. Правда ведь? Это вам аргумент как в разговоре с клиентом. Это мы психологии немножечко коснулись. Еще один очень важный момент. В самом начале я об этом писал. Абсолютно каждый человек в семье, в том числе мама и папа, должен иметь возможность уединиться и побыть некоторое время одному. Если этого не будет, а этого часто нет, то они все равно найдут себе место уединения. И происходит это следующим образом. Муж звонит вечером домой и говорит: «Милая, у меня опять работы навалило, я задержусь». А задержится он потому, что дома бардак. Ну, неохота возвращаться в такое. А когда они уснут, бардак останется, в принципе, вот так. Переложите сейчас это на себя, маленький эксперимент. Представьте себе, вы приходите домой, прихожая маленькая, неудобная, вещи навалены, некрасиво, не помыто, дети орут. Жена говорит: иди сам себе разогрей там и так далее. В общем, и вам домой, когда вы приходите, даже толком переодеться негде и посидеть, негде книгу почитать. Что вы будете делать? Да на работе останетесь. Да я сам так оставался. Поэтому этот момент я изучал, обсуждал с психологами. И, в общем-то, такая картина повсеместна. В итоге, естественно, рано или поздно это приводит к конфликтам. Родители ругаются, дети, конечно, недовольны, там, ну, не дай бог, до развода. Но так или иначе, о никакой благополучной семье и ни о какой атмосфере уже речи не идет. И все это, поверьте, во многом зависит именно от организации пространства. Среда, в которой мы находимся, определяет нашу жизнь, наше бытие. А наше бытие определяет сознание. Хорошо, следующее правило – это градация интимности помещений. Есть народности, которые, ну не знаю, в Перу, например, у них жилище построено следующим образом. Если ты дальний родственник или друг, то дальше прихожей ты не зайдешь. Если ты близкий, друг, знакомый, то ты можешь зайти в передний зал и провести время там с какими-то домочадцами. Если ты совсем близкий родственник, то тебе дозволено пройти на кухню, ну и так далее. Если мы перенесем эту ситуацию на наши жилые квартиры, я сейчас пример покажу неправильной градации и чем это грозит. Это грозит отсутствием комфорта. Вот, например, вот вы видите, где вход, и сразу же спальня. Но если предположить, что здесь, в этой спальне, отдыхают родители, а к детям пришли друзья, школьники или что-то такое, шум, гам и так далее, в общем, некомфортно разбудили. Но это как пример. Например, пришел какой-то там слесарь, не знаю, почту кто-то принес, пиццу, а вам нужно выйти из спальни на кухню пойти, девушки. А вы в таком красивом неглиже. И стоите, ждете, пока он уйдет. А оказалось, что это знакомый мужа, и разговор затянулся. А здесь еще, представляете, есть ванная, а представьте, ее нет. Вот прям выхода из спальни в ванную. И вот в туалет приспичило. Вот вообще неудобняк, да ведь? Вот эти мелочи, их никто не обсуждает, вслух про них никто не говорит, на них никто не обращает внимания. Даже, ну естественно, и заказчики тоже. Поэтому так и не делают. Но если вы хотите делать по-настоящему удобные, комфортные планировки, чтобы вам через месяц, через полгода, через год говорили спасибо, в гости приглашали, то надо учитывать эти мелочи. Видите, как кухня далеко? А у нас сначала места общего пользования, потом личного. Это идеальная комбинация. А вот эта переделанная планировка, чуть-чуть переделанная, вот здесь она более правильная. То есть сначала общее пространство, затем частное. Причем оно уведено еще за такую арочку, в которую можно дверь в том числе сделать. Получается,
когда гости придут, они не будут попадать в приватное пространство, там, где детская и спальня. Если это перенести на помещения конкретные, то получается первая зона, да, с которой мы вообще попадаем, то есть это улица или подъезд, или двор, если частный дом. Следующая – это прихожая. Здесь нарисованы, но это не то, что вот именно так и должно быть, это просто такая некая модель, что должно в принципе присутствовать для более-менее комфортного проживания. Прихожая. Что такое прихожая? Ну, чуть дальше, что-то у меня слайд будет, чуть дальше и поговорим. Вот, планировка отдельных комнат. Вот прихожая. У меня вопрос к застройщикам. Ну, я не изучал все планировки, но судя по большинству наших, екатеринбургских, да и московских я смотрел. Вот вопрос такой. Вот когда человек заходит домой с семьей из четырех человек, он как должен раздеться в этой маленькой прихожей? И куда он должен повесить одежду? Вот этот вопрос почему-то совсем не затрагивается. Получается, что мы как бы вроде ушли от тех старых хрущевок и панельных домов, но когда купили новую квартиру, попадаем в нее, заходим, а по сути мы попали в хрущевку. И нам приходится переделывать, например, санузел, который при входе в гардеробную, или еще что-то придумать, чтобы хотя бы шкаф выгородить. Вот вы знаете, когда делали хрущевки, ведь они великую вещь сделали, но они решили свою задачу и достигли цели. Какая цель была? Переселить миллионы людей из землянок и бараков в нормальное жилье. Но заметьте, там цели не стояло сделать их жизнь там комфортной по нашим меркам. Поэтому сколько бы мы сейчас их там не хаяли, но на тот момент они своей цели достигли. Молодцы. Но сейчас мы говорим о комфортном жилье бизнес-класса, премиум-класса, там, элит-класса. И вот, извините меня, ты заходишь, как это назвать, шахту лифта, я как должен, по очереди переодеваться? Это большой дискомфорт. Обязательно, в идеале, это гардеробная, в идеале. Но когда уж не получается, но шкаф по-любому должен быть. Ну, понятно, да, что там должно быть удобно раздеться всей семье, удобно хранить вещи, удобно переодеть. Нужно понимать, где вы будете обувь ставить, чтобы она сушилась. Куда вы самокат поставите, ледянки сложите, самокат, этот велосипед детский. Там лыжи, не дай бог, муж там еще хоккеем занимается, все, привет. Но сейчас же у нас, мы же живем в мире потреблятства, правильно? Извините меня за выражение. Вещей-то много, и всем хочется обуви побольше, шуб там и так далее. Это все куда-то надо складывать, так что догоняйте, как бы, 21 век, так сказать. Надо успевать за покупками. Все запросы наших клиентов начинаются с того, что у нас очень много вещей, мы не знаем, куда их одевать. Наверное, у всех так. Когда квартиры покупают. У нас был такой случай, когда клиент купил рядом с основной квартирой однокомнатную, чтобы сделать там гардеробную, и одна комната была только под обувь. Но правда, она небольшая была, там 8 метров, в принципе. То есть нормальная гардеробная, как бы. Следующее, ну вот, это пример прихожей, да. То есть это то, про что я говорил, это то, что нам пришлось переделать. Вот изначально прихожая, вот. Это новый дом, район Академический, там вот настроили вот таких штуковин. И вот ты заходишь сюда, вопрос, куда поставить шкаф. Ну как бы, не пробовал застройщик себе задать этот вопрос? Я думаю, что нет. В итоге нам пришлось из санузла переделать и сделать гардеробную. Мы лишились семьи второго санузла. Но просто вещи хранить негде, иначе они бы просто были навалены здесь. А вторая беда застройщиков – это проходная прихожая. Это все время грязь растаскивается по квартире. Особенно если маленькие дети, все привет. Там надо маме жить в прихожей, чтобы все это постоянно держать в чистоте. Что такое прихожая? Ну, это же как театр, как в театре вешалка, правильно? Это лицо всей квартиры. От того, какая она, зависит, в каком настроении мы вообще зайдем в эту квартиру. Вы знаете, проводили интересный эксперимент. Студенты английского университета, они на пляже воткнули палки просто, две палки. На пляже, пустая поляна, две палки. И перекладину положили. И люди почему-то в нее заходили. Им было прикольно зайти, они как бы... Как бы раз, и они вот уже, вот только что был тут, а хоп, я уже вот тут. Это я не вру, такой был эксперимент. А вы не задавались вопросом, что такое триумфальная арка? А? А нафига, она стоит на улице, там так обойди, так вот, как бы вот арка.
Вы просто вошли в эту дверь. Только что вы были там, сейчас вы здесь. То есть прихожая, если хотите, это некий либо мост, портал из одного мира в другой, которая позволяет нам приобрести то или иное настроение. Чем больше у нас, так сказать, этот путь, с одной стороны, тем больше времени на подготовку человека, который попадает вот отсюда, вот сюда. Это не значит, что надо делать длинный коридор. Вот это я просто про роль прихожей рассказываю. Поэтому вывод здесь такой, что прихожая должна быть всегда красивой. В ней всегда должно быть место для хранения вещей, чтобы не было вот так. А чтобы получилось, как-то вот так. Согласитесь, это разные настроения у человека, который будет приходить домой. Кухня-гостиная. Я считаю, я утверждаю, я убежден в том, что кухню и гостиную нужно объединять всегда. Вообще кухня появилась, человечество, так сказать, развивалось, да? Раньше как готовили? На огне, на костре, все собрались там, что-то пожарили. Потом стали стеночками обрастать, да? Домиками. Какие-то люди стали богатеть. К ним стали приходить богатые гости. Не пристало, так сказать, гостей запахами почивать. Поэтому в богатых домах кухни всегда отдельно были. Была прислуга, которая готовит, и приносила это кушание в зал, где они, соответственно, кушали. Мы все знаем прекрасно усадьбы, дворцы, где это было все устроено. Вот именно таким образом. Но почему-то отдельная кухня осталась нам в наследство. Всем. Но изначально кухня появилась как помещение для прислуги, которая будет готовить и приносить еду своим, значит, господам. Поэтому, когда вы заставляете свою, не заставляете, это же добровольно, жена готовит, вы, значит, на диване, то как бы так вот все так негласно договорились, что жена прислуга, теперь почему жена хочет себе кухню отдельно? И почему она выгоняет оттуда детей? Ну и взрослый говорит, все, уйдите, не мешайте, я здесь сама все типа делаю. Ей хочется побыть одной. Это ее комната уединения, вы поняли, нет? Это чисто психологически. Вслух это никто не скажет никогда. Вы никогда не добьетесь ни от одного клиента этого. Ей хочется побыть одной, но места другого нет. Кухня. Законное же место. Все остальные нафиг. Наша задача создать совместное комфортное пространство для всей семьи. Понимаете? Чтобы было место, где всем комфортно проводить время. И это только объединенное пространство, гостиная с кухней. И столовой. Столовой. Очень важно, столовая. Вот это тоже пример той же самой квартиры, где мы объединили кухню с гостиной. Вот если оставить кухню с гостиной, то будет примерно так, да? Муж пьет пиво, смотрит футбол, жена готовит. Прислугу завели себе, хорошо. Если жена готова себя добровольно заточить, значит, вот в это вот, бытовое рабство, окей. Но это, еще раз, это мой взгляд на вещи, который основан на исследованиях. Я вот книги принес, потом посмотрите. Кухня, организация этого пространства. Давайте поговорим об организации этого пространства. Это очень важно, я считаю. От того, как оно организовано, зависит, как вы будете себя чувствовать, проводить время и, так сказать, будет ли крепнуть ваша семья. Сейчас поймете, о чем я говорю. Вот смотрите ситуация. О, а мне помощник нужен. Вставай, готовь. Я кухня? Да. Я готова. Да. А вы гости. Вот вы гости. Разговаривайте. Эй, ты. Поняла? Со спиной действительно так и хочется. Эй, ты. Но со спиной никому не хочется разговаривать. Теперь разворачивай. Так лучше. Я понял. Ролевые игры, кто там? Парни, я не досижу до разбора планировок, извините. Нет. Повернись. Опять вы гости, опять это хозяйка. Что там у тебя?
детей, допустим, молодые мамочки тоже могут же понять, помимо гостей, так, когда иногда приходят, вечно же маленькие дети, и когда что-то готовишь, гораздо приятнее следить за ними, что они делают, правильно? Молодец! Молодец! Давайте поаплодируем. Молодец! Вот видно, человек сразу улавливает фишку. Так вот, когда вот так вот, когда есть возможность лицом стоять в зал, то совершенно по-другому как-то вот коммуникация совершается. Во-первых, тебе приятнее смотреть не в стену, правда ведь, а на людей, детей, там, кто там, смотреть, что они делают. Второй момент. Вы всегда своих домочадцев, вот вы сказали, меняться ролями, муж там готовить. Что меняться-то? Позови мужа, готовьте вместе, вот. Вместе. Это ж объединяющий фактор, понимаете? Совместная готовка. Окей, не готовь, сядь, кофе попей. Давай обсудим, какие там дела у нас, как ты день провел и так далее. Понимаете? Мне неохота обсуждать со спиной мои дела. Реально. Это чисто вот, ну, как сказать, вот на подсознании. И вообще это невозможно. И исключается, когда отдельно кухня и гостиная. Понимаете? Следующий момент. В чем плюс вот такой планировки? Вы можете детей вовлекать. Вот стоите там, ну вот опять, вот стоит моя любимая дорогая, вот мы стоим там, пиццу катаем, дети прибежали, вместе печеньки делаем. Но согласитесь, это же и есть вот этот вот объединяющий фактор. Это же такой, как клей такой, знаете, семью склеивает. Как вы ее клеить будете, когда... Когда я вот так вот, да? Да, вот так, когда. Вот когда вот так. Ну, блин, сложно. Ну, как бы сколько угодно вы можете меня убеждать в том, что это круто, но, блин, сложно. Поэтому, конечно же, от правильной конфигурации очень много зависит. К сожалению, застройщики этого не делают никогда и даже не думают об этом. Но, наверное, это и не их задача. Но вы же обращаетесь к проектировщикам. Они же даже мебель как-то вам расставляют. Но когда смотришь на эту мебель, такое ощущение, что там тот, кто ее расставлял, просто чихнул и попало, как попало. Такое ощущение, что... Мне просто приятно, что ты тут стоишь. Я поняла. Такое ощущение, что, вы знаете, что вот они такой книги в руках вообще никогда не держали. Ваши проектировщики. Они не знают, что такое эргономика. Они не знают, что в шкаф... глубиной 80 сантиметров и даже метр неудобно заходить. На одежду 60 сантиметров, остается 40, надо как-то туда зайти и как-то взять, это неудобно. Зато они имеют возможность сказать, что есть гардеробная, правда ведь? Но есть же гардеробная и есть большая комната 20 метров. Кто там говорил про большую комнату? На мой взгляд, лучше сделать комнату поменьше, 16 метров, но побольше гардеробную. И тогда в спальне не будет вот навалено вот этих вещей, стоять дурацкие шкафы, и вот не будет вот этой дебильной атмосферы, что, значит, я зашел как на склад мебели из «Союз мебели», или как там называется, там, мебельный магазин. Зачем? Зачем? Надо... понимать, что вы делаете с пространством. Но выгоднее сделать 20 метров. Правильно я говорю? Потому что это лучше купят, чем 16. Конечно, конфигурация может быть любой. Понимаете? Любой. То есть это просто взята конкретная квартира с конкретными рамками. То есть определенные ограничения. И, конечно, в рамках этих ограничений мы и действуем. Плюс здесь гардероб, плюс мы убрали грязевую зону, понимаете, да? То есть все движение по квартире будет происходить, минуя прихожую. Это тоже очень важно. Ну, пожалейте хозяйку. Вы правильно ведь? Хозяйку же жалеть надо. Итак, когда мы получаем что-то наподобие остров или остров, то мы, вот, как бы, вот даже по картинке видно, что совершенно разные действия происходят в семье. Расскажу вам, что такое стол в современной квартире. Очень часто я вижу, что дизайнеры делают барные стойки вместо того, чтобы сделать, например, нормальный стол. Зачем, непонятно, но, наверное, клиент попросил. Но надо клиенту объяснить, что это неправильно, надо делать стол. Вот вы же знаете все, что такое генетическая память. Ну, простой пример. Никто не садится спиной к дверям, потому что, ну, генетически спиной, позвоночником чувствуем, что там кто-нибудь зайдет и, может, чуть неправильно посмотрит, кинет. Но неприятно, да? Так вот, стол к этому относится. Представьте, что мы
Многие тысячи лет готовили тупо на костре. Очаг являлся центром нашего жилья. Но в 19 веке, во время промышленной революции, мы отказались от этого очага. Правильно? Зачем? Появилось центральное отопление, а у нас еще газ и нефть. И вообще все стало хорошо. Очаг ушел. А что осталось-то? Друзья, так стол. Так вот нам стол заменяет этот очаг. Это то место, где собирается вся семья и должна собираться. Где мы встретились, где мы поговорили, обсудили что-то там, поели и так далее и тому подобное. Ну вспомните любое праздник и мероприятие, где они происходят? За барной стойкой что ли? За столом. Новый год, 8 марта, день рождения, вечеринка там, не знаю, гости пришли и так далее и тому подобное. Стол, всегда стол. Поэтому это очень важный элемент в квартире, ну и доме. Тем более его можно так красиво обыграть. Ну, например, вот так. Здесь именно стол обозначен как главное место во всем этом пространстве. И подчеркнут люстрой и цветами. Но это уже про композицию. Кому интересно, это вот эта книга. Ну, потом посмотрите это. Правда, оно называется «Золотое сечение в живописи». Пускай вас не смущает слово «в живописи». Здесь рассказывается про законы композиции. Очень много из этой книги я подчеркнул из других, но это вот одна из хороших, которых я рекомендую каждому дизайнеру приобрести. Я вообще каждую рекомендую приобрести. И вот получается кухня, столовая, гостиная. Вот она наша. Почему мы объединяем? Ну, большинство людей не имеет прислуги. Нет ведь? Живем семьями, и заказчики наши тоже семьями живут. Поэтому... Это с одной стороны. С другой стороны, мы пытаемся сэкономить пространство. Квадратные метры стоят дорого. У нас нет возможности построить замок, если не хватило еще пристроить там конюшню, оранжерею и так далее. Нет ведь? Поэтому мы бережем каждый квадратный метр. Когда у нас вот такая ситуация, то мы разбазариваем квадратные метры, потому что это пространство никак практически не используется. И ощущается как маленькими клетушками. Есть еще такая тема, как объединение пространства, оставляя его при этом изолированным. Чтобы появилось ощущение воздуха и пространства. Это тоже от планировки зависит. Некоторые, заходишь в некоторые квартиры, даже новые. В некоторых ощущение, ух, как просторно. А в некоторые зашел, вроде там 150 метров, а там что-то как-то тесно в комнатах. А спальня родителей должна иметь как минимум 3 помещения. Это спальня, гардероб и ванная комната, чтобы родители все-таки оставляли за собой радость интимных отношений. Да ведь? Почему? Потому что когда в квартире спальня родителей, спальня детские где-то рядом, а ванна где-то там, то, извините, после секса нужно бежать через этот коридор туда, заматываясь полотенцем. Ну или как-то прикрываясь. И на цыпочках, чтобы, не дай бог, ничего не скрипнуло и никто не услышал. Чтобы ребенок не вышел и у него не случилось психологической травмы. «Папа, что у тебя? А почему вы голые? А что вы ржете? Нет? Я не прав?» А у кого родители? Вы как дети? Да вам аист принес, что ли? Нет? Окей. Так вот, когда дети появляются, то есть проблема секса становится очень остро, чтобы никто никому не мешал и чувствовал при этом себя комфортно. Это выглядит, то есть мы, ну в смысле не секс, а помещение. То есть, если себе представить сценарий, как мы приходим домой, мы пришли, себя сняли одежду, пошли помылись, вышли, одели халат и дальше. Правильно? Не дай бог, кто-то заболел. Соответственно, этот больной может находиться у себя, так сказать, в комнате, в кровати, никого не мешая, ходить, кашлять, чихать там, ползти до ванной, туалета, вот, и никого при этом не раздражая, никому не мешая. Ну, понятно, да? То есть сразу повышается комфорт. Еще будет здорово, конечно, если тут появится что-то на вроде кабинета, но это не обязательно. Хотя бы 3 должно быть. Ну, кабинет – это уже как место дополнительного уединения. Помните, я говорил про то, что должна быть возможность уединиться от всех. Ну, например, там папа пришел вечером и в танчики поиграл. Когда у него такая клевая комната будет, так он будет приходить домой и дома в танчики играть, а не на работе. Понимаете? Мы планировкой объединяем семьи.
Ну, совсем классный вариант, это когда там будуарная есть еще для женщин, они очень любят. Но, как бы, конечно, в современных реалиях это уже совсем получается шикарно. Опять давайте вспомним про звукоизоляцию. То есть звукоизоляция должна обязательно быть. Это тоже элемент комфорта. Для меня загадка, почему застройщики никогда, практически никогда не делают окон в ванной комнате. Вообще, самое ценное, что у нас есть в квартире, в доме, это знаете что? Это солнечный свет. Это самое ценное, что у нас появляется и с чем мы тоже обязаны работать. А я часто вижу, когда там вот окно, холодильник как-то поставили, соответственно, загородили половину солнечного света там и так далее. Ну, то есть какие-то вот такие моменты появляются странные. Но это когда проектировщик чихнул, и там кухня появилась, как появилась. Так вот, очень круто, когда в ванных окно. Почему в ванной должно быть окно, я считаю. Про ванные комнаты. Ванная комната, я считаю, должна быть зоной релакса, особенно для женщин. Не кухня, то есть она не там должна релаксировать, а в ванной. То есть должна быть большая комната, я считаю, не меньше 12 метров, не меньше. Ну, это я так считаю. То есть 12 метров – это вообще минимум. Чтобы туда поместилась душевая кабина, ванная, унитаз, биде, раковина большая. Еще бы кресло хорошо, ну и места хранения, естественно, тоже не забыть. И никакой стиральной машины в ванной. Все, запрет, просто табу. Как только поставили стиральную машину в ванную комнату, релаксировать там невозможно. Ну как ты будешь релаксировать, когда ты заходишь туда, а там грязные носки и трусы. Их стирать надо, потом гладить, потом вспомнишь, что котлеты не пожарила. В общем, бытовуха опять засосала. Понимаете, мы же про атмосферу. И планировка ее решает. Вот эту самую атмосферу. И тогда, когда мы получаем эту самую комнату для релакса, где, ну, представьте, мама пришла тоже с работы, например, да, и ей надо просто 15 минут хотя бы, ну, 30, переключиться. Она же может прийти на взводе, а тут дети. И если она не переключится, то она будет с ними как-то контактировать не очень правильно и хорошо. Будет срывать, может быть, даже какие-то свои вот эти вот переживания, там, которые она где-то там на улице, вот за нашим порталом. Да помните портал? Прихожая? Да. Вот где-то ее накрутили, она вот эту всю накрутку придет и на детей. Нет, должно быть где-то место. Если его нет, бежит на кухню котлеты жарить. Котлеты потом невкусные. В общем, я затронул всего лишь несколько комнат. На самом деле их больше. И, например, та же самая детская зависит от того, какого возраста ребенок. Дошкольного, грудничок, школьного, подросткового или это студент вообще. Это все влияет на то, как должна быть организована сама детская комната. Конечно же, вот когда к нам заказчики обращаются, очень часто приходят, показывают квартиру, и примерно в 50% случаев я говорю, что это плохая планировка, и в ней сделать ничего нельзя нормального. Я для себя составил такой, знаете, уровень, ну вот как бы вот такие некие условные уровни прокаченности проектировщика, я бы их так назвал. Так вот, для того, чтобы делать планировки как бы просто какие-то, вот достаточно обладать первым уровнем, базовые знания, да? То есть мы все исследуем объект, все способны это сделать, сходить, замерить там, не знаю. Мы должны знать жилищный кодекс Российской Федерации, СНИПы, ГОСТы, это все понятно, они все прописаны, все про них знают. Ну, все же знают, что ванну нельзя над жилым делать, да ведь? Ну, как бы, не секрет. Но тем не менее. Все должны знать эргономику. Вот прямо на стол, видите, какая заюзанная книга. Я прямо, вот это настольная книга у каждого дизайнера у меня лежит. Застройщики и их проектировщики с этой книгой не знакомы, в принципе, они ее не знают. Вы видели такую книгу у своих проектировщиков? И как бы это плохо, я считаю. Но ничего, они подтянутся. А второй момент – это реальные размеры мебели. И если вернуться к вопросу о том, как проектировщик чихнул на план и появилась эта мебель, то именно к этому вопросу. Они тоже не знают реальных размеров мебели.
У них почему-то диван такого размера, крошечного, часто бывает, что когда бедный заказчик покупает нормальный диван, уже больше ничего не влазит. И проходов не остается. Но на плане все было нормально. Наивный заказчик этому верит, покупает квартиру, потом имеет проблемы. Поэтому с этим тоже, конечно же, надо быть как-то внимательным. Да, я про это и говорил. То есть мы всегда рекомендуем прийти и проконсультироваться. Это первый уровень. Но все, я думаю, его знают. Второй – это фишки. Золотое сечение и ось асимметрии в планировке кто знает? Так, три человека насчитал. Все остальные не знают. Точки фокуса и место силы кто знает, что такое? Ну, кто знает, что такое точки фокуса в планировке? Кто знает, что такое композиционный узел? Одни и те же три руки поднимаются и все. Кто знает, что такое многоплановость и перспектива в планировке? Кто знает? Вообще одна рука поднялась. Я понял. Правила воздуха и пространства, солнечный свет. И третий уровень – это как раз то, про что я вам сегодня пытался рассказать. Это знание истории, социологии и психологии. Вот когда вы, обладая этими навыками, этими знаниями, пока делаете планировку, а потом показываете ее заказчику и говорите, что делать нужно так, потому что, у него вообще вопросов не остается. Никаких. И поэтому один вариант. Привожу пример. Есть планировка изначальная, есть планировка конечная. Большой минус, что мы убрали второй санузел. Это же огромный минус. Мы обсуждали этот вопрос ровно 5 минут. Я просто задал вопрос, где ты вещи будешь хранить? Вот здесь. Просто нарисуй. Человек 5 минут сам с собой поговорил, я вообще молчал при этом. Что-то побубнил и сказал, да, действительно, надо делать так. У меня ведь то-то, 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 вот это, еще и вот это, и даже этого будет маловато. Понимаете? Все, вопросов не возник. Дальше. Я рассказал, почему мы сделали вот так. Вот не так, а вот так. И рассказал ровно то, что я рассказал вам. И показал, как будет, если кухня будет стоять вот так. И что будет, когда будет стоять вот так. Просто мы встали вокруг стола. Вопросы все отпали. Сразу же. Я рассказал про спальню, какая она должна быть. Ну, здесь у нас ванна не получилась, потому что конфигурация данной квартиры не предполагает такого комфортного размещения. Ну, что делать? Хотя бы гардеробная. Когда вы это знаете, когда вы на любой вопрос отвечаете, что будет происходить с человеком и с отношениями в его семье, если он оставит как-то неправильно, то он понимает, почему вы так сделали. Да, конечно, он может внести корректировки, да, конечно, он может захотеть диван не прямой, а круглый там, или угловой, да. Все угловой диван хотят. Поставьте мне угловой диван. Кстати, про диван. Вот про фишки, кстати, про воздух. Почему не надо ставить угловой диван в маленькие там комнаты, в углы, да? То сейчас сразу аргумент вам сейчас скажу для заказчиков. Пропадает воздух. Все заказчики приходят, первые слова, мы хотим, чтобы было просторно. Чтобы появился простор и воздух, мы должны освободить углы. Он должен, воздух, ходить как бы вокруг вот этой всей мебели, гулять. Мы должны взглядом прослеживать, мы должны видеть вот эти все пространство. Если мы ставим угловой диван в угол, мы полностью уничтожаем пространство и ощущение этого пространства и воздуха. Поэтому лучше поставить прямой посередине и пару кресел добавить там стороночки. Когда ему все это объясняешь, он понимает, почему не надо угловой, потому что для него очень важно ощущение пространства. Он говорит, да, конечно, мы делаем так. Хотя он пришел с твердым убеждением, что ему нужен угловой диван. И даже в ТЗ написал красными большими буквами. Угловой диван. Но после этого он ушел с нашей планировкой. Я более того скажу. Некоторые заказчики приходят со своими аналогами, а уходят с нашим дизайном. Он вообще другой. Я никого не подавляю. Нет, нет, ни в коем случае. Вы что? Это же наши любимые заказчики, как их можно подавить? А потом, что такое подавить? Ну вот вы как-то настояли на своем, вот именно сейчас. Он ушел, подумал, через два дня вернулся и сказал, ну знаешь, все-таки не то. Но он не будет жить вот с ощущением этого дискомфорта, когда его подавили. Но это абсурд. Предположим, мы ставим шкаф. Что мы получаем? Мы получаем кривую сосиску. Мы получаем удлиненный коридор, мы получаем шкаф на самом виду, который некрасивый, никак не украшает наш интерьер. А если мы сделаем так, то мы увеличиваем гостиную,
Мы добавляем воздуха, простора, избавляемся от этого некрасивого шкафа. Вот некоторые правила, вот фишки, да, второй уровень, фишки, о чем я говорил вообще. Правило многоплановости, вот оно здесь, прямо перед вами. Смотрите, что здесь на первом плане. Картина, тумбочка. Наш взгляд сразу же цепляется за нее. Здесь ему, в принципе-то, не за что цепляться. Это, кстати, тоже аргумент к тому, что надо бы живопись какую-нибудь в интерьере применить. Ну или какую-нибудь там украшалочку. Следующий план – это первый план. Второй план – это стол. Это то, куда взгляд идет дальше. Следующий план – это окно и что за окном. То есть здесь мы включаем в наш сценарий даже то, что за окном. Человек, который зашел в эту маленькую квартиру, эта квартира очень маленькая, 40 метров, но она воспринимается как огромная просторная светлая квартира. Потому что первое, что увидел клиент, это вот эту вот перспективу, вот этот вот луч туда улетающий, вот этот взгляд вот туда, вот, понимаете? И он уже у него где-то там. Либо дверь, либо... Но чувствуется разница, нет? Вот что такое многоплановость. Еще есть такой элемент загадочности. И вот если мы хотим расширить границы нашего пространства, то есть такая штука, когда у нас помещение вот такой формы, ну любой, прямоугольник, квадрат, мы в него зашли и моментально считали его, все углы, мы все увидели, но мы сразу же его, да? Оно нам тут же стало неинтересным. Ну мы все узнали, мы все поняли уже, все. Оно маленькое, оно тесное, и в принципе вот оно вот такое, все. Как бы... Спасибо. Вот здесь вам интересно, что же там. Ну, сейчас же непонятно, что там. Вам хочется туда заглянуть. И в ту сторону то же самое. Вот это и есть эффект вот этой вот загадочности, который увеличивает пространство. Если вы найдете способ увеличить, то есть не оставить здесь перегородку, а увеличить стену с окнами, то вы расширите еще больше свое пространство. То есть это такие приемы, которые способны сделать из 40-метровой однокомнатной квартиры большую просторную квартиру, которая действительно воспринимается большой и просторной. Не физически, а психологически. Физически мы не можем ее больше сделать. А, ну да, точки фокуса, композиционный узел. Да, все, простите, извините. А, ну и последнее правило. Самое последнее, после чего мы перейдем к битве. Самое главное – это слышать, что вам говорит клиент. Это значит, что вы действительно понимаете, что он хочет. А это не равно то, что он говорит. И наша задача понять, а что действительно у человека болит. Вы думаете, почему мы делаем с первого раза планировки? Да понятно, потому что мы стараемся понять, что у него болит. А что болит у обыкновенной, стандартной, так сказать, семьи? Ну понятно, хочется уютно, хочется крепкой семьи. Хочется, чтобы муж домой возвращался вовремя. Хочется, чтобы дети вот они тут играли и со мной как-то время проводили, и чтобы меня не раздражали. Это у всех так. Поэтому вот эти правила работают на всех. А дальше уже нюансы, индивидуальные какие-то предпочтения. Но так или иначе, боль у клиента, у каждого своя. У меня был клиент, которому я рисовал. Думал, как-то пытался деньги его сэкономить. Ну, предлагал решение. И потом после... четвертого варианта, я понял, для чего ему нужен был этот дизайн. Для того, чтобы его друзья, чтобы его пацаны офигели и, ну, там, завидовали. Короче, ему нужно было для понтов. Это вообще другая боль, понимаете? Вот, но это про боль. В общем, слышать и выписывать правильные рецепты. Как врач. Вот когда клиент приходит к нам, вы должны понимать, что вы врач. Вы не должны себя вести так, как... Ну, как хочешь, так и сделаем. А, клиент так захотел, ладно, так и сделаем. Не, вы врач, вы знаете, как его лечить. Даже несмотря на то, что он начитался интернета и знает свой способ лечения, ему там бабушка Захария рассказала. Нет, вы же профессионал, вы же знаете, как это делается. И вы ему объясняете, как. Но если он как бы не согласен с этим, ну, дальше уже решайте, надо вам с таким сумасшедшим работать или не надо. Ну, нет, хорошим человеком. Это мы так считаем. Все с презентацией. И привлекательный проект бизнес-класса. То есть я больше миллиона отдал за бесполезную площадь. Вот здесь. 17,7 квадратных метров – это площадь, которая не используется никак.
Я как бы, это не очень конструктивно, вот, обсуждать конкретную там планировку застройщика, на мой взгляд. А мешает эго, которое говорит, есть архитектура, а ваши там фигуленьки, вы сами потом как-нибудь. Да-да-да.